пункт обогрева в тундре паук. Вот вездеход стоит там, спичечку зажег. Вот там сверху а еще вездеход стоит. Речка Каратайка, каньон, очень хорошо вот сейчас видно. Ухнуться туда вот так вот, едешь без видимости. Такой, ух, хуяк, вы слушали маяк. Вот, вот рыбаки из Салехарда, но из Воркуты они сюда ездят. Вот такой пункт обогрева, там достаточно тепло, хорошо, спальных мест дохуя. Вот, тундра иногда бывает с солнцем и почти без ветра, но это редко.